Проверили помещение, где делали ремонт летом. Родительская приемка школ прошла в Петропавловске. Накануне проверку провели в 39-й гимназии краевой столицы. И, конечно, очень важно, чтобы это учреждение, как и все остальные, были подготовлены к началу нового учебного года. Значительная часть работ выпала на август месяц. Сейчас мы получили финансирование, заключили договора. Но сегодня еще присутствуют у нас родители, которые непосредственно привлечены к контролю за подготовкой образовательных учреждений к новому учебному году. И они нам оказывают, конечно, очень большую помощь в этом вопросе. Родители прошлись по кабинетам, где был сделан ремонт, и по другим помещениям. Посетили столовые и библиотеки, осмотрели их оснащение. Я уверена, что к 1 сентября гимназия будет сиять и встретит педагогов, родителей и обучающихся при полном параде. Старшая дочь 10 класс, средний сын 9 класс. И в следующем году у меня пойдет еще одна дочь сюда, в 1 класс. Ждут уже школу, за лето уже по школе очень соскучились. Вчера получили учебники, тоже всей семьей рассматривали новые учебники. Учебники очень хорошего качества. В плане того, что не старые, нового формата, очень интересные. И ребенок уже ждет, не дождется, когда начнется учебный год, чтобы изучить весь учебный материал. Кроме того, Грант Шайгородский отметил, что важна готовность школы обеспечить всех детей горячим питанием. Во многих стоит современное оборудование. Вот мы находимся в одном из современнейших пищеблоков нашего города, не постесняюсь сказать. Оно оборудовано. Это помещение с самыми современными аппаратами. Это вот и рациональ, параконвектомат, это и вариокукинг-центр, это и всевозможные плиты, духовые шкафы и так далее. Вот такое оборудование, вот такая линейка у нас имеется в 22 учреждениях. Это позволяет нам очень эффективно подходить к подготовке горячего питания. И при этом сохраняются все витамины, полезные свойства продуктов. И практика показывает, и опрос родительского мнения, и учащихся, что то меню, которое мы используем, и в этом году будем использовать, вполне подходит и удовлетворяет всем вкусам наших обучающихся и родителей. Ремонтные работы проведены или подходят к завершению во всех городских школах. Также везде есть полный комплект учебной литературы. Родителям ничего не нужно покупать. На сегодняшний день мы уже готовы встречать наших детей. Отремонтированы учебные кабинеты, актовый зал подремонтирован, спортивные залы, холл, танцевальный зал. Закуплены учебники, которые необходимы по новым федеральным программам. И сейчас уже производится выдача этих учебников в библиотеке. Дети, когда приходят получать учебники, родители вместе с ними, они видят, какие проведены работы в школе, и видят то, что мы уже готовы принимать их и проводить уроки. 1 сентября все 35 городских школ распахнут двери для своих учащихся. В этом году День знаний приходится на пятницу.